24 по 26 марта в Западно-Казахстанском государственном университете имени Мухаммеда Утемисова прошла спартакиада, посвященная 70-летию Великой Отечественной войны между сотрудниками, работающими в педагогической сфере Западно-Казахстанской области. Соревнование прошло соответствующим всем правилам и системе Олимпиад без травм. Участвовало 305 спортсменов из 21 команды. На данный момент у нас спартакиад проводится среди преподавателей. По четырем видам спорта у нас это волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки. По заявке у нас заявили 305 человек. Волейбол у нас будет продолжаться два дня. Шахматы у нас сегодня закончились. Завтра будет у нас настольный теннис и шашки. О том, какой настрой был на соревновании, поделилась команда представителей областного детского дома, одни из участников спартакиады. Мы представляем областной детский дом. Команда у нас представляет волейбол, настольный теннис, шахматы и шашки. Так как мы участвуем не первый раз, мы до этого выступали на соревнованиях, тоже команда у нас подобралась сильная, состав команды сплоченный, дружный, 4 мужчины и 2 девушки, и, соответственно, в остальных видах спорта. Так что настроены, в общем-то, на победу. По итогам соревнований были определены лучшие игроки по каждому виду спорта. По волейболу Жумагалиев из Теректинского района, Валиев – Жанагалинский район, Гумаров – Букиардинский район. Лучшие игроки по шахматам – Гусманов – Теректинский район, Жумагазиева – Западно-Казахстанский государственный университет, Илашева – Петколледж. Лучшие игроки по шашкам – Кадралиев – Букиардинский район, Бижанов – Теректинский район, Тимиргалиева – Западно-Казахстанский государственный университет. По настольному теннису лучшими были номинированы Тюрина – Западно-Казахстанский государственный университет, Жумагулов – Касталовский район, Баяниязова – Крутюбинский район. Общекомандное первое место по итогам спартакиады заняли представители Теректинского района. Второе место – Касталовский район. Третье место – Западно-Казахстанский государственный университет. Команды были награждены кубками и дипломами. Лучшие игроки по каждому виду спорта отмечены грамотами и ценными призами. После окончания соревнований Даупаев Марат Оразалиевич, председатель Западно-Казахстанской областной организации Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, выразил слова благодарности коллективу кафедры физического воспитания ЗКГУ имени Мухаммеда Утемисова.